начале этого года на очередном отчетном собрании, которое проводила управляющая компания собственниками многоквартирного дома 8 июля 39, принято решение о проведении нескольких видов капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Так, собственниками принят перечень работ – это капитальный ремонт фасада, то есть это замена окон в подъездах и установка тамбурных дверей. В настоящее время работы выполняются. Также уже выполнены работы по полной замене системы канализации в подвале многоквартирного дома, а также замене всей запорной арматуры на сетях холодного, горячего водоснабжения и отопления. Работы мы приняли, работа сделана хорошо, ребята отработали хорошо, все нам как бы сдали, да. Никто не придет, вам ничего не предложит. Нужно идти, только мы видим проблемы нашего дома. Не быть равнодушными, как говорится, осматривать. Они тоже, может быть, управляющие компании знают о многих как бы проблемах. Они не могут обойти все дома, которые они обслуживают. Поэтому это должна инициатива исходить, я думаю, от нас, от жильцов.